Жители края смогут выбрать самые вкусные и качественные продукты региона. В проекте своего ТВ «Вкус Ставрополья» стартует второй сезон. Сегодня организаторы, представители нашей телекомпании и Комитета по пищевой промышленности краевого правительства рассказали все подробности на пресс-конференции. Кто будет в этот раз бороться за главный приз, решают зрители. Свой любимый бренд они могут назвать, позвонив по телефону горячей линии 8 800 707 02 26. Родилась идея, наверное, из слогана «Край для жизни», который когда-то был у нас в крае. Это слоган губернатора нашего края Владимира Владимировича Владимирова. И мы подумали, как бы его расширить. 22 августа объявят десятку финалистов. Именно они в течение месяца будут бороться за звание «Вкус Ставрополья». Победителей наградят на празднике в честь Дня края 22 сентября. Сейчас происходит, собственно говоря, сбор мнений жителей Ставрополья о том, какие же продукты, по их мнению, и являются теми самыми вкусными продуктами Ставропольского края. Вот сейчас на телефон горячей линии 8 800 707 0226 звонят жители. Они называют разные продукты, в том числе и те, которые участвовали в прошлом году и победителями даже стали.